Внезапно, сидя в одном месте, поняла, что хочу поиграть на пианино. Я помнила название, но не помнила номер. Сначала начала играть совсем не ту. Моя любимая тема, не мной написанная. Я под нее люблю распеваться. Да, пианино не настроено, оно не видно настройщика 300 лет. Да, мне нравится играть с педалькой, я ее не снимаю. Да, я иногда ускоряю, да, иногда ошибаюсь. И вообще, кому-то что-то не нравится... Гляньте что-то другое, запишите сами то же самое и покажите мне, как надо. Это для тех, кто любит попоболить насчет роликов, которые выкладываю, когда я играю на пианино. Я редко играю, но вот внезапно. Остановиться и играть с того же места. А я обычно начинала сначала. Ну, я думаю, можно ее довести до совершенства. Проверила. Может, я забыла на кнопочку нажать. А то ведь я могу. Я пыталась в других очках, но у них очень резко. А в этих не очень видно. Но они еще и слабее, чем раньше были. Те, которые до этого были. Те, которые не на минус 7. Thank you.
графиня ложанулась на си. Мне нужен сопливчик. Я, блин, даже не знаю, где у меня сопливчик. Я вижу салфеточку. У меня есть салфеточка. У меня подруга стабильно умудряется эту пианинную табуретку как-то так раскрутить, сидя на ней ровно, что каждый раз приходится ее закручивать. Это было без педальки. Сейчас мы сделаем с педалькой. Мне тут сказали, что надо не подстраиваться под зрителя, как мне иногда кажется, что так надо, а делать то, что мне нравится. Вот я включила камеру и делаю то, что мне нравится. С не совсем расчесанной, не особо свежей головой. Что остальное идет из-за такта. На самом деле оно не идет, не из-за такта, но сама мелодия кажется будто бы так. Фух. Вообще это нормально для того, кто давно не играл на пианино, сесть и вдруг сыграть без особых лаж. Вообще говорят, пойте снимать напряжение. Напряжения вроде как уже нет никакого. Ну что там, люк? Второй октавы тоже иногда не играют. Лапы явно соскучились по ре минору, но я не знаю, где мои ноты. А из своих нот я помню только... Даже так, наверное.
вообще так подумала, надо как-нибудь найти свои ноты. И как это будет выглядеть, если это писать еще и на не пятиканальный микрофон камеры, а на какой-нибудь там микрофон с этой самой в наушниках или микрофон, который пушка. Вообще вот так странно. Смотришь потом свои ноты, не понимаешь, как ты это вообще писал. Не то чтобы как-то это играл. Хотя какие-то вещи играла с закрытыми глазами. А я таки нашла какие-то ноты. Только, блин, какие-то нестрашные. Хотя можно в тех очках. Они не фотохромные. Они, блин, до хрена сильные. Как-то далеко. Вообще надо установить какую-нибудь прогу на Linux или Node. Перебить их туда. Хотя у меня, наверное, в PDF где-то найти есть. Или распечатать более крупно. От руки-то писать как-то, наверное. Си бемоль, фа диез. Что это за ноты вообще? Так, это значит у нас что? Это соль. Это ре. Это си. А как я вообще это играла? Это ре. И соль до фа диез си бемоль. Соль до соль. Жуть какая. Лёля, зачем ты это писала? В смысле, это писала, потому что, наверное, было вдохновение. Надо было ноты писать крупнее. А то теперешняя Люля ни хрена не видит. Соль до си. Нет. Соль до соль. Учитывая, что я не играла-то с солят. Не, я это сейчас не осилю. Вообще, я хотела осилить то, что до этого... Раньше играла с закрытыми глазами, а сейчас, наверное, даже не соображу. Как? Ух ты, тут еще какая-то есть. Лапа, наверное, дрожать сейчас будет. Что-то, блин, у меня вроде 5 лампочек должно быть яркое, а что-то так темно, как в одном месте. Funny yes. Я как набросала, так ее не переписала. И тут... Как увидел, так и... Бекар диез. Бекар, видимо. Это что за нот-то, блин? Это фа диез. Фа диез, наверное. Да, это фа диез. Значит, тут соль диез должен быть. Еще левая рука есть, но так как я левой рукой держу, то я это не смогу сыграть, ибо я не вижу ни хрена. Фа-диез.
Тут еще и ритм-то меняется. Так, ми, соль, си, ми. Ми, соль, си, ми. Как я это играла? У меня слабо не хватает. Так. Ре, диез, ми, ре, диез, ми. Реприза. Если это кто-то все полностью осилит, дайте знать в комментах, чисто интересно. Блин, вот оно за пленочкой отсвечивает. Написано карандашом по такой бумажке, все равно отсвечивает. А я хочу двумя лапами сыграть. Наверное, все-таки придется из бумажки, из листочка, из файлика достать. Там нет ничего. Ничего, если я тебя положу. Штуковина. До это ми. Ми это соль, значит. А тут уже нету бемоля, да? Сейчас выяснится, что там был бемоль, просто я про него забыл. Играла, обалдеть. И просто больше всех доставалось. У меня что-то очень много было чужих и своих произведений на ми. Соль, си. Это соль, соль. Это такой конкретный черновик, потому что ручкой подписано поверх. Ми-ми. И как я должна была это сыграть вот здесь?
нога-то тянется к педали. Да, оно перекрывает.